Такие деревья обалденные. Да ты ж. Но машина поехала. По этой трассе, короче, она идет. Машина наверх. Знаешь, я вот это не знаю, или как только в Альпы попал, значит, в горы вверх, а оно давление как начало мешало. Да, было. Сегодня, ну, ничего, нормально сейчас. Но. Вот какой я пташка. Пташка, ты сейчас куда после фуникулера? Посмотрим. Еще не вечер. В общем, заедем тогда это. Ну, заедем по-любому домой, а там уже потом разберемся. Ну да, я переоденусь и дам красоту. По-любому 1,5 км высота, это даже больше. До 2 км, наверное. Да. Это точно. Судя по то, как оно идет, вот. И потом, когда Бальсана будет, это вообще зашквар просто. Как он сверху смотрится. Как говорится, исполнилось мечта идиота. Да, это точно. Умереть не встать. Воистину, я святой Николай. Да, конечно. Приехал, видишь, как черевной палочкой, да? Даже не в Новый год, да? Вон на виноградники, посмотри, какие виноградники. Да, я видела, внизу, с высоты птичьего полета, обалдеть. Да. Вот она, красота альпийская, неземная просто. Но машины едут прямо, видно, как едут машины, двигаются как раз на дороге. Да. И я летал, да? Ты летал. Шартел Грумен. Угу. Мэр. Ого, еще. Шарлет Грумен. Написано, да? А все еще. Поехали наверх. Да вот он, Бальцано. Спускаемся вниз. С высоты 1,5 км. Какой он есть. Он железнодорожные пути видны уже как раз. Вокзал он виден. А он там дальше все равно. Да. Вот оно. Это и есть рай земной. Да. Вот это оно. Так выглядит. А вот железная дорога, она туда идет как раз, а потом она сюда. Открывается все ближе и ближе. Фу. А тут что? Горы? Да. Но уже многоэтажки видно уже. Он торговый, этот самый торговый центр. Вот то. Виноградники как раз. Ну, мы где-то сейчас на высоте 1 км. Уже 1,5 нема, но уже 1 км где-то. Вот еще одна пташка полетела вверх.
И город открывается с правой стороны все больше и больше. Вот он такой. А ну я так на виду, я сейчас на него. Ох ты. 37X. Если видишь, как оно. Камеру вот это увеличил. Даже уменьшил. Да. Это не виноградники. Как раз виноградники в центре. И вот еще виноградники, даже сбоку, справа от меня. Тоже сверху посадили виноградники. Ой-ой-ой. Это так, я, наверное, вот так стану. Вот. Это будет самое лучшее, оптимальное. Еще одна полетела пташка. Забор. Заборы. Это просто на там украшение табалом. Наверное. Все виноградники под нами, смотрите. И здесь терраса, и там терраса. С виноградом под вино. И оно еще. Ай-яй-яй, сверху там еще оно. Ой-ой-ой. Не только виноградники, это вообще деревья. Неземно.